Всем привет! С вами Тоня, и вы на моем канале. Сегодня хочу показать, как Антуриум наращивает детки от пенька. До этого было видео, как пропала точка роста у Антуриума и образовался пенек. Это лист от старого Антуриума, можно так его назвать. Я залила точку роста в прохладное время опрыскиванием, то есть неправильным уходом. Переборщила я с опрыскиваниями. Вовремя обработала пенек, обработала его углем, чтобы дальше не пошла гниль. И пенек стал выдавать вот такое обильное количество деток, отростков прикорневых. Их стало очень много. Посмотрите, они уже друг друга угнетают. И я планирую отделить самый крупный отросток, который, посмотрите, дает уже много корешков, и понаблюдать за его ростом. Тем самым питание будет поступать маленьким отросткам в более достаточном количестве. Потому что, смотрите, уже он очень угнетает. Посмотрите, лист тут не может выйти. Создает тень вот этому маленькому отросточку. То есть есть показания его отделить. Развитие, в принципе, отростков идет неплохо. Поэтому смотрите, от пенька Антуриум прекрасно выдает деток. Это сорт Ванила, очень красивый сорт. Цветет он нежно-желтым цветом. У меня скоро зацветет еще один отросток от этого сорта. Я вам покажу. Уже бутон выпустил. И вот у меня теперь будут еще одни. Если примется, надеюсь, он примется. Хочу посадить его в непитательную смесь и буду его удобрять. Итак, я отделила самый крупный отросток. Срез, место среза я подсушу. За это время я буду пересаживать обратно в свою емкость вот этот земляной ком с маленькими отростками. Срез, когда немного подсохнет, я обработаю углем древесным. Уголь действует как антисептик. Посмотрите, корень здесь в активном росте. Когда вот кончик зеленый, значит, он в активном росте. Вот тоже в активном росте корень. А это воздушные корешки, которые должны проснуться после пересадки в грунт. Итак, пусть он пока отдыхает, а я займусь возвращением обратно вот этого кустика. Для приготовления субстрата я буду использовать кокосовый торф. Я в последнее время использую скорую помощь, в принципе, неплохой, бюджетный. Здесь присутствуют волокна и сам торф. Предварительно торф я замочу и промою хорошо под проточной водой от соли, которая может в нем содержаться. Также добавлю мелкую кору и верховой торф. Верховой торф закислит субстрат. Итак, субстрат у меня будет непитательный, в который я посажу свой отросток. Вот такой субстрат получился. Он рыхлый, влагоемкий, но в то же время и влагопроницаемый. Сажать я пока буду без использования дренажа, так как грунт достаточно пропускает влагу. Я сделала несколько дренажных отверстий, повторюсь. Черенок готовится к обработке углем. Срез вот этот я припудрю толченым углем и буду сажать. Сажать я буду, не заглубляя ни в коем случае точку роста. Заглублю немного вот эти два листа,
так как здесь уже образовались воздушные корни. Вот и вот он. Видите, в пазухе листа он должен пойти в рост. Все воздушные корни должны пойти в рост, когда я посажу этот отросток в грунт. Грунт, он уже влажный, видите, потому что я промывала торф кокосовый, и грунт влажный. То есть я поливать после посадки не буду. Посадку я буду производить, держа черенок одной рукой посередине, и по бокам буду аккуратно засыпать вот этим субстратом, чтобы ни в коем случае не повредить корни. Утрамбовывать я тоже не буду. Вот этой чайной ложкой я буду аккуратно, равномерно, по кругу обсыпать его субстратом. Итак, вот так я посадила антуриум. Вот таким образом, посмотрите, я углубила, чтобы все воздушные корни были закрыты. Мне пришлось все-таки немного попрыскать чистой дистиллированной водой. Вообще, буквально вот так по краюшку, слегка, так как субстрат, повторюсь, уже влажный. И сейчас при таком количестве корней его ни в коем случае нельзя залить. Антуриум боится залива. Я подписала название сорта. Можно написать дату. Ну, я буду уже по видео ориентироваться, дату подписывать не буду. Оставшийся субстрат я добавила к вот этому кустику. Он продолжит наращивать и развиваться. Теперь что я делаю? Я хочу временно поместить вот в такую импровизированную теплицу из стаканчика для коктейлей свой отросток. Чем мне эта теплица нравится? Здесь есть такое отверстие, здесь трубочка была для коктейля. Вот я такие вот несколько стаканчиков себе оставила. Вот для таких цветочных целей. И буду ее проветривать не надо. Здесь уже получается есть доступ воздуха. И тем самым я сохраню влажность своему отростку, так как сейчас жарко. Поставлю я отросток на северо-западный подоконник. Можно его поставить в любое место, но чтобы оно было светлым, без попадания прямых солнечных лучей. Сейчас малыш очень уязвим к воздействию различных неблагоприятных для него факторов. Поэтому максимально его оберегаю, сохраняю и наблюдаю за ростом корневой системы. Вот такая посадка. Из теплицы можно будет через некоторое время его вытащить. Либо можно увидеть, как развивается активно корневая система, либо когда спадет жара, то есть по обстоятельствам я буду за ним наблюдать. Точных сроков, когда я вытащу его из теплицы, я сказать не могу. Все растения разные. И каждое растение реагирует по-разному. Здесь уже нужно воспользоваться опытом, интуицией и наблюдать за растением. Всем спасибо, всем, кто был со мной, и всем пока!